Здравствуйте. Здрасте. Как можно разрешить ситуацию на Украине? Что в этом смешного? Я не понимаю, что в этом смешного? Я задал вопрос, как можно разрешить ситуацию на Украине? Как разрешить ситуацию, я не знаю, но я знаю, что можно рэпом все разрешить, потому что я талантливый исполнитель Максим Дошу, меня знает весь мир, меня даже Саймон из Америки писал. Мой псевдоним Курейрик, Максим Курейрик Доши, I'm the best, yo, you know what I'm saying? Сейчас, короче, хотел бы вас зачитать свой новый пробный трек, он называется «Тёлки». Yo, I'm the best, I'm the best. Бадминтон, домино, лето, детская присыпка в пакетах. Угоняем чужие мопеды, куда ни глянь, роботы дерутся с неграми, здоровенными. Breast, breast, and we playing love again. Something, something ever, we ain't long to go. Но это такой пробник, на самом деле, вы, наверное, заметили, что это квадрат через квадрат, английский на русский, это потому что я талантливый исполнитель, что мне нравится исполнять на английском, а людям нравится слушать на русском, но что в этом смешного? Я не понимаю, что в этом смешного? Я талантливый исполнитель Максим Доши, меня, между прочим, приглашали на Madison FM, и у меня было целых один концерт на Украине «Мои таланты». Меня там вырезали, все обрезали, это все провокации, на самом деле я лучше, I'm the best. Peace. Не, ну тоже, конечно, петушара. Здравствуйте, как вы считаете, как можно решить ситуацию на Украине? Во-первых, здравствуйте, с вами Юрий Хованский. Как же решить ситуацию на Украине? Убить всех! Нет, серьезно, я считаю, что если убить всех, кто не согласен со мной, то будет в мире настоящий мир, и все будут просто сосать пивко и снимать видеоблоги. Это ли не рай? Здравствуйте. Как вы считаете, как можно решить ситуацию на Украине? А вы что, не узнали, кто я? Я Рамзан Кадыров, президент Республики Чечня. Арасен, все. Так, извините, сейчас 20 человек ждут с автоматами, надо их потом. Как разрешить, да? Ну, считаю, что не важно, как разрешить, главное, что все без крови. Все, чтобы обошлось, ведь Украина это братский народ наш. Надо все аккуратно, очень боевиков послать. Гуманитарную помощь там, все оружие, водяное оружие, чтобы воды у них было, все, надо всех помочь всем, извините, я русский, плохо мне идти, все. Кадыров, мудак, не дай бог его еще в Москве увижу. Здравствуйте, как вы относитесь? О, Владимир Вольфович, а почему вы теперь очки носите? Понимаете, я теперь хипстер, этим легче отвлекать страну от проблем. Какой у вас вопрос? Быстро, у меня занятой я человек. Как вы относитесь к ситуации на Украине? О, отношусь, ясно всем? Какие еще вопросы есть? Как вы собираетесь разобраться с Америкой? И всех надо! Путин, он должен вообще всех там сказать, я Путин, я вообще...